не с этим кругом, блин. Вот возьми, возьми этот круг, блин. Ну вот, вот круг, да. Вот мы где-то на середине вот этой вот диги стоим. Ничего не видно, ребятушки. Смотрите, дига полностью наша, я уверена. Во-первых, там стены не видно, конечно. Но я им сказала, чтобы он сюда меня возвратил опять. Идти до нее, конечно, 4 километра. Но это стоит того, конечно. Вот посмотрите, камень полностью наш. Вот гранит, видите? Вот. Такой неоформленный. Вот, ну что, а демон, дура? Это у меня режиссер, он мне тут режиссировал эти короткое видео, как лучше сделать. Ну, потому что туман, видите, туман, дождь, и из-за этого не видно воды. Я сейчас вам покажу, конечно, вот что здесь, но это, ребята, вообще не видно. Вот там просто пелена голубая, он говорит, вода очень красивая. Вот, но, к сожалению, я даже боюсь телефон держать. А посмотрите, какая стена, посмотрите, какая стена. Ну, стену я там немножко вам... Когда поближе подойдем, и, как сказать, к этому уже... Ну, понимаете, я себя ощущаю очень плохо. Мы стоим на середине плотины, представляете? На самой плотине ходим. Вот. И сегодня еще была это закрыта, как сказать, цепочка. То есть мы нарушили правила. Еще я вам хочу показать. И, понимаете, это тоже дига, это та же самая стена, ребята. Стена-дорога, это то же самое. Понимаете? То же самое, только она... перекрывает два. То есть для нас мы видим вот это, то, что у них в горах слишком много плотин. Понимаете? И это то же самое стена-дорога. Вот посмотрите, как она оформлена. Посмотрите, да? Все наши это граниты, видите? И вот этот вот тоже. Вот все это, видите? Все наше. Аспета, 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 как ее дело прендрепало. Дело прендрепало. Сейчас я покажу. Посмотрите, ну просто наша труба натуральная. Вот в нашем стиле, в смысле, жижевая, я имею в виду, интеллектная. Суперинтеллекта, короче. Начинается. Ну, это из-за дождя, ребят, она не хочет. Ну, и когда вот такой интересный объект, она не хочет фокусировать. Телефон не хочет работать. К сожалению. Ребята, ну, не хочет фокусировать. О, о, о. Чуть-чуть сфокусировал, видите, все наше, наш чугун, это наш чугун. И вот идет туда, аж вообще вот. О, голова кружится. И это, и он мне сказал, что я тут тоже боюсь, короче, но эту стену, я ему говорю, давай я снизу ее сниму. Он мне сейчас показывает, покажи, блин. Нет, я так не могу, он мне говорит, вытяни руку. Но если ты кадель телефона, я тебя учиду. Маменька. Вот он вам показывает, ребята, стену. Ну, я вам ее сниму. Я вам ее сниму, короче, сейчас внизу. Когда подойдем вниз, все равно нам спускаться. Блин, холодно вообще. Ужасть, ужасть. Просто... Невероятно, видите, наш колодец рос, посмотрите, коммуникации, даже на плотине, да, коммуникации, блин, это вообще, это наши колодцы роста, видите, трубы роста, видите, тут тоже квадратик наш, вот, и там, посмотрите, вначале я вам показала, что была труба пустая, то есть они, почему их называют трубы роста, потому что они полые, так же, как и во дворцах, и в замках, везде, а вот эти все трубы, они все полые, и вот дига вот эта вот сейчас, вот эта вот дига, эта плотина, она доказывает, что... Это тоже дорога-стена, понимаете? Просто она огроменно идет вниз. То есть просто она получается выше, чем другие стены по росту. Вот. Блин. Холодец. Холодильник. Вообще просто холодильник. Видите, коммуникации, да? Зачем здесь, да, в плотине коммуникации, да? Что там коммуницировать внутри? Как бы, по идее, это должна быть просто стена быть. Вот. Ребята, я первый раз в жизни на плотине. Первый раз. Это вообще... Загадал желание. Вообще, посмотрите, кстати, да, вот это вот. Тоже вот это вот павименту, как это, пол, пол. Это тоже стены, как образование стен, видите? Только здесь уже все. В общем-то, нет, корка есть. Видите, посмотрите, коммуникации везде. То есть тоже вот по типу полигональной кладки этот пол на этой. Просто это получается как бы напольная стена. Как вечером.
Блин, это вообще такой холод сегодня. Просто это называется лето. Понимаете, вчера я угорала от жары, да, а сегодня я просто от холода уже умираю. Смотрите. Ну, поработали что? День поработали, классно. Туман, конечно, посмотрите, какой туман. Кстати, ничего не видно вообще. Хоть глаз выколи, кстати. Хоть выколи глаз, хоть наши камни видны. Вот. Вот в такой туман я вам снимаю. Фильм «Ужас» называется. Мы когда шли с ним поначалу, ну, дождь начался, да, уже. Я ему говорю, слушай, вообще идеальная сцена для фильма «Ужасов». Но я вам покажу это. То есть там час идти, я вам стены покажу. Там все-таки чуть-чуть пониже уже нет такой тумана, такого тумана. Вот. Так, я сейчас хочу вам показать, вот здесь стена видна. Вот чуть-чуть. Вот посмотрите. Ну, вот посмотрите, здесь, да, как будто бы как мол укрепление, а ведь это наши стены все формируются. Видите, кстати, около этой диги. Вообще не хочется усердиться, блин. Ай, блин. Соскакивает вообще. Соскакивает. О. Видите? Смотрите, как она формируется. Смотрите. Видно же, не буду сейчас его трогать, чтобы он не испортился. Сейчас мне нужно будет уже... Уже его нужно будет сейчас протирать. Вот. Вот эта труба странная, да? Видите, тут корка отходит. Посмотрите. Да, посмотрите. Видите, корка отходит, ребята. Не смогу я. Тут пар идет вообще. Вообще пар идет. Но это не пар, это туман. Вот. Ну, так как мы на 2000 метрах, понимаете, находимся все-таки не слабо, да? Вот это вот странная, страннейшая структура, конечно. Вот. Ну и почему, да, живот? Смотрите, какая акустика, да? Почему животных нельзя? Наверное, наткнуться на что-нибудь, да? Что-нибудь найдут, блин. Вот, сейчас будем спускаться, видите, здесь тоже, посмотрите, наш гранит. Смотрите, она, видите, как продолжается? Говорю, что это дорога. Смотрите, она, видите, продолжается сюда. Вот, и идет туда, видите? Это наша, это дорога, ребята, натуральная. И она идет туда, куда в скалы, видите? Вот что там. И это как-то имеет какое-то значение к этому зданию. То есть это дига не то, что вот, как сказать, плотина и все. А это вот какая-то дорога. Так, ну и тут. Ну и тут это. Вот сейчас наши стены пошли. Сейчас будем спускаться. Вообще, просто мы два цуцика, блин. Вы посмотрите. Вот я вам покажу сейчас. Смотрите, наша стена. Глядите. На 2000 метров в этом мы находимся. Вот, и сейчас будет классно, я стену вам сниму, вот как смогу. Ну, в общем-то, все равно видно, конечно, все равно, что... Ну, что делать? Вот это самая лучшая видимость, понимаете? Лучше не сделать. Вот, видите, вот Диго ди Телесио. Видите? Диго ди Телесио. Можете набрать в гугле, посмотрите. Вот. И тоже высота у нее интересная. 19-19. К. Что за? А, да конечно, Google был послан, говорю, да. Вот, видите, какая она. Вот она такая, да, смотрите, подождите. Вот она такая, видите, вот мы тут стояли. Видите, как чаша опять, да? Вот, а мы сейчас вот будем вот тут вот под нижней частью. И вот это вот озеро, которое сейчас не видно. Понимаете, и вот еще вот. А вот мы здесь сейчас будем под низом. Вот. Вот эти вот. Там строения, кстати, сейчас мы будем проходить. Все в нашем стиле.
Да, dobbiamo salire a 2 mm per far vedere il cartellone. Я говорю, что нужно залезть на 2000 метров, да, чтобы эти картинки смотреть. А вот это пойдет сейчас стена, ребятушки. Сейчас мы к ней прямо спустимся к началу. Сейчас мы там будем, внизу. Видите, какая стена странная, да? Все как-то в нашем стиле сделано. Знаете, с корочкой, посмотрите, корка наша, видите? В нашем стиле неравномерная, посмотрите, да? Вот. Такое чувство, что сейчас снег пойдет. Парновикары Сембра. Вот, посмотрите, чаша такая, да? Посмотрите, какая она неровная стена. Видите? Тут дырки наши. Ну вот, можно скатиться. Горочка. Фары злита. Видите, какая, да? Она чаша. Так, мы сейчас пойдем. Ну, я говорю, режиссер. Регистр. Вот. Да. Но там-то, ну и серия мала. Там лучше видно мне. Потому что здесь вообще ничего не видно, ребята. Просто один туманище. Вот. Ну, смотрите на полосы, да? На полосы. Видать, это вот полосы, все-таки вода. Прикрылся на кости. Алора лаква полонка. Понимали? Пена. Ну вот он не знает. А мы знаем, что это плотина, это наша штука. Вот смотрите. Вот посмотрите, это же скоба. Ребята, посмотрите. Вода, веникви. А. Скоба. Поглядите. Знаете? Как высоко идет. Да? Скоба. Вот она внутрь идет, видите? А, дырки наши, знаете? В нашем стиле. Да, и вот это вот здание, которое. Рядом тоже странно очень. И вот это вот вообще тоже как ракушка все заворачивается туда. Смотрите, как опять же, как петля этого лента Мебиуса. Видите? Смотрите, как заворачивается, да? Точно так же, как перила. И так же, видите, у дороги, видите? Поглядите. И все это стена, видите? Смотрите. А? Вот. Вот сейчас будем спускаться. Классно. Спускаться мне нравится больше, чем подниматься, сами знаете. Вот. Тут еще, видите, наша такая. Наш, видите, в нашем стиле. Эти штуки. И тоже, посмотрите, как поворачивается все. Тут тоже странная штука, да, посмотрите. Как. Что это вообще, да? Саркофаг такой. Огромный, да? Посмотрите. Но она чекреду 15% батареи. Это хорошо, что я взяла, видите? Как чувствовала. Вот посмотрите, какая стена, да? Смотрите. Как чувствовала, что у меня заканчивается. Будет. Ну, не заканчивается, у меня было нормально. У меня было, извините меня, 80%. Почему это она, извините, разрядилась уже? Знаете? Видите? И деревья все тоже, видите, такие. Тут посмотрите, какой туннель, да? Под дорогой, посмотрите. Туннель, да еще и наш, опять же, диагональный. По диагонали идет это. Вот вы понимаете, что мы на 2000 метров, ребята. Такая, и вот такую дигу, вот такую плотину соорудить. Зачем? Какой смысл такую плотину на 2000 метров сооружать? Что она там должна держать? Вообще, посмотрите, какая стена. Невероятно, смотрите. Смотрите, вот он стоит. Смотрите, он стоит, да? Смотрите. Так, сейчас я в очередной раз протру телефон и снова буду. Сейчас покажу вам подножье. Вот ее. Посмотрите, куда идут. Вот смотрите, куда идет. Что это за стена такая тоже, да? Поглядите. Посмотрите, да? То есть сегодня вообще класс. Жалко, что, конечно. Туманище, но
Мы прямо вот у подножия диги этой плотины, да? Прикиньте вообще. И вот, посмотрите, посмотрите, что торчит. Торчит чугунный этот, видите? И тут тоже, кстати, кстати, торчат. Видите? Кракули, да? Ну, ну, Дарья! Кропаура! И помни сервера Карика Батрия. Смотрите, смотрите. Видите, она не просто плоская, она еще такая, видите, туда с волной. Как она волну делает, и потом вот так вот. Просто невероятно. Жалко, что... Стой, 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 стой. Это просто невероятно, да? Слушайте, вот такая чаша, понимаете? Я говорю, что я утверждаю, что это стена, дорога, стена. Вот. То есть, с одной стороны, это дорога, а с другой стороны, это стена. Так, ну все, пока-пока, сейчас я включу новое видео. Я понимаю, что тяжело смотреть такие видео, но что поделать.